Здравствуй, страна! Здравствуй, Мелбет! Первая лига. 28-й тур продолжается. Он стартовал вчера, стартовал одним матчем. Ну и сегодня самая насыщенная программа. И стартует все здесь, в Хабаровске, на стадионе имени Ленина. По статистическим показателям ИСКА и Волга, несмотря на ничейные результаты, были в числе лучших в первой лиге. И вот игра стартовала. И скидка прямо на выход. Туре. Удар поворотом. И счет открыт. Быстрая атака Волги. В ответ на затяжное владение СКА. И Момо Туре открывает счет после ошибки обороны хозяев. И еще разок. Посмотрите. Длинная передача. Вроде бы не самый сложный мяч для опытного Томаса Рукаса. А по факту получается скидка на ход Момо Туре. Не дотянулся до мяча Рукас. И после вот этой длинной передачи Аслана Дашаева, давайте его тоже отметим. Туре немножко затянул эту атаку. Убиток. И еще один удар от Туре. Вот еще раз подача Битака. Ей не хватило высоты. А дальше удар Туре. И рискованно действовал Мирошниченко. Туре успевает сыграть этот мяч. И еще один момент возникает у Волги. На этот раз спасает свою команду Ислам Имамов. Через верх не попытался перекинуть вратаря, хотя, казалось бы, все шансы для этого были. Очень легко Туре сейчас проиграл борьбу Фомин. Подача. И опаснейший момент. Еще один. Это Билалов. Оказался на ближней штанге, и никто не мог помешать 20-летнему нападающему Волге сейчас пробить. Мяч штрафной Хабаровска. И удар поворотом, и спасение от Ислама Имамова. Вот здесь пас от Паскина на Никиту Кирсанова. Тот развернулся на месте. И дальше поискал дальнюю штангу. Фомин. Длинная передача вперед. И ответная атака достаточно острая. Жамалетдинов входит в штрафную. Жамалетдинов попадает в крестовину. И посмотрите, какой шанс для воспитанника армейцев. Армейцев московских. Через ногу Данилкина он сыграл. Отскок удачный для Жамалетдиновой. Ну и какие-то претензии к судье, не знаю, можно здесь высказывать. Очень тяжелая ситуация. Подача. И момент, и гол. И мяч все-таки попадает в сетку ворот Волги. Кукуляк показывает на центр. И туда, на центр, бегут футболисты СКА с мячом. Ну вот, наверное, и вопросы к решению Кукуляка пропадают. Потому что и штрафной этот становится голевым. Мяч отскакивает от футболиста Волги. И дальше добивание от Тимура Жамалетдинова. Это Герман Паскин оказался на линии ворот. И времени совсем не остается. Евгений Кукуляк дает финальный свисток. Тяжелая игра и для Хабаровска, и для Ульяновска. Тяжелая, честно говоря, игра и для комментария. Меня зовут Михаил Мусаковский. Смотрите российский футбол. До свидания.